Добрый день, уважаемые любители футбола. Продолжается большой футбольный турнир в Сочи. Мы находимся на базе футбольного клуба Сочи, который выступает в российской премьер-лиге. Прекрасная погода на юге России, на Черноморском побережье. Это всероссийские соревнования среди команд любительских, третий дивизион и финальный этап Кубка. Сегодня встречаются в рамках полуфинала команда «Пересвет» из Домодедово и «Ставрополь Агросоюз» из Ставропольского края. Команда уже на поле, приветствует немногочисленных болельщиков, которые собрались здесь на стадионе футбольного клуба «Сочи». Уважаемые зрители и участники, приветствуем вас на первом полуфинальном матче. Совсем скоро познакомимся с составом играющих команд. Пока поговорим о том, как команды сюда добрались до этого решающего матча. Ставрополь Агросоюз в своем квартете, в котором выступали, кроме этой команды, еще и Псков, ФШ Москва и Череповец Витязь. Ставрополь Агросоюз занял первое место. Пересвет в своей группе занял второе место, пропустив вперед Дорожник из Каменки, но обойдя Атом из Нововоронежа и Темп из Барнаула. И таким образом эти команды встретятся сегодня в полуфинале. Второй полуфинал пройдет чуть позже, в 14 часов Дорожник сыграет с Псковым. И таким образом сегодня определится пара, которая сыграет в субботу уже в решающем матче. Справа по телевизионной картинке Ставрополь Агросоюз, Ивановская, Ставропольский край. И слева команда из Домодедово, представляющая Московскую область. В третьем дивизионе играют команды полулюбительские, полупрофессиональные. И третий дивизион поделен на 10 округов, начиная от северо-запада, заканчивая Дальним Востоком. Ставрополь Агросоюз представляет Южный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Ну а Пересвет представляет Московскую область. В этом году Ставрополь Агросоюз в своем округе выиграл кубок. Ну а Пересвет добрался в своем кубке до полуфинала. Занял второе место в своем дивизионе. Ну и по стечению обстоятельств также оказался здесь, в Сочи. Поехали, стартовый свисток, и давайте по составам пройдемся. Сразу скажем, они не сильно отличаются от тех, которые были на групповой стадии. Начнем с номинальных хозяев, игроки из Ставрополя. В воротах Виктор Ищенко. Он играет под 35-м номером, под 88-м Владислав Каблахов, под 14-й Дмитрий Мутьев, 4-й Федор Назгаидзе, 21-й Кантемир Нахушев, 11-й Андрей Погожев, 8-й Владимир Саверский, 9-й Артур Табишев, 15-й Дзамбалат Тигеев, 23-й Инал Черчесов, 7-й Николай Федоров, главный тренер команды Ставрополя Кирилл Эйдельнат, но он был удален. В этом матче он на футбольном поле присутствовать не может. В его отсутствие Сергей Ярцев исполняет его обязанности. Ну, понятное дело, что главный тренер всегда будет на прямой связи, будет игрой команды руководить. Артур Табишев, капитан Ставрополь Агросоюз, получил небольшое повреждение в матче последнего тура групповой стадии, в матче против ФШМ, но при этом матч продолжил и доиграл его до конца, и сегодня он также в порядке на футбольном поле присутствует. Пересвет. В воротах под 99-м номером Денис Зайко, 23-й Олег Аврамчук, 18-й Дмитрий Кожемякин, 44-й Дмитрий Лушников, 14-й Александр Масленников, 11-й капитан команды Андрей Масляный, 33-й Андрей Моисеенков, 25-й Евгений Мягков, 7-й Владимир Оленченко, 5-й Гаджар Ухая и 37-й Артем Сергеев. Он же исполняет обязанности тренера, играющий тренер Артем Сергеев. По традиции представляем судейскую бригаду. Ее возглавляет Юрий Карпов из Петрозаводска, Республика Карелия. Ему помогают Михаил Шпильфогель, Волпина, Ленинградская область, и Егор Дрожащих из Кирова. Иван Абросимов в качестве резервного арбитра им будет ассистировать. Меня зовут Ашот Шакарян, для вас комментирую отсюда из Сочи. Все, поехали, теперь только футбол.
Безусловно, групповая стадия и плей-офф — это две разные страницы. Если на групповой стадии есть три матча, и ситуацию можно исправить по ходу дела, то здесь один взятый матч, в котором может случиться все, что угодно. Сегодня победит тот, кто просто будет лучше готов, кто будет лучше свои моменты реализовывать. И на самом деле много всяких факторов, которые так или иначе влияют на исход матча. Но самое главное — это настрой. Боевой настрой и желание футболистов в прямом и переносном смысле умирать на футбольном поле. Примерно схожие судьбы у команд в групповой стадии. К решающему третьему туру они подошли в таком состоянии, что им свои матчи обязательно нужно было выигрывать. И Пересвет свой матч выиграл у Атома из Нововоронежа. И ставропольцы также победили ФШМ 3-0. Достаточно уверенно. Ну и еще ставропольцам удалось первое место в группе занять. В прошлом году этот турнир выиграл «Металлург» из Магнитогорска, но в этом году команда из региона Урал-Сибирь участие не принимает. Они победили в своем дивизионе, получили прописку в ФНЛ-2, но вот на этот турнир не приехали. Не только они, много команд не приехало по понятным причинам, называть их не будем, и так они, в общем-то, ясны. Этот момент может получиться. Нахушев, передача в штрафную, и есть удар поворотом, но, правда, это не сильно, мяч летел в створ, но Денис Зайка без проблем этот мяч забрал. Очень тяжелый матч был у ставропольцев против ФШМ. Там была настоящая заруба, и футболисты как угорелые носились 90 минут по полю. Насколько успела восстановиться команда Кирилла Эйдельнанта, мы сегодня увидим. Был день на восстановление. Провести легкую тренировку, и не было отбора. И пошла передача вперед. Все это неплохо смотрится. Масленников, он забивал уже на этом турнире. Передача назад, удар поворота. Вот и первая атака у Пересвета в этом матче. Левым флангом. Все началось с отбора в центре поля. И здесь повреждение у игрока Ставрополя Агросоюза. Владислав Каблахов на поле. Вот только сейчас он поднимается. Все с ним в порядке. Безусловно, матч он этот продолжит. Погода прекрасная, здесь плюс 15, никаких осадков, редкий ветерочек, в общем, все условия для игры в футбол. К выходным, как говорят синоптики, погода может ухудшиться и даже дождик будет, но пока все вполне себе пристойно. И вот вы даже видите, на дальней от нас бровке болельщики присутствуют. Наверняка это и будущие соперники, которые смотрят своих потенциальных визави по финалу. А может, просто и местные жители, которые пришли сюда посмотреть футбол. Судя по расстановке, обе команды играют классические 4-4-2. Ничего не выдумывают. Масляные, передачи вперед. Здесь все в касание, здоровый мяч из середины отправляется на левый фланг. Рухая убирает мяч под левую. И есть подача, достаточно неплохая, но справляется оборона ставропольцев. Кантемир Нахушев одного обыграл, второго тоже. Дальше передача в середину. Табишев здорово видит свободную зону уже на правом фланге. Саверский, мяч уже во вратарской. Вот это момент. Супер момент у Ставрополь Агросоюза. Очень быстрая атака, стремительная. Ну и, конечно, в такой ситуации нужно было попадать. Николай Федоров оказался на ударной позиции. Из близкого расстояния ворота не попал. Вот так вот команды обменялись опасными моментами уже в дебюте матча. Масляный выиграл здесь борьбу. А что здесь? Играть, играть. Показывает арбитр. Нет, ну мяч здесь в руку попал, но это не пенальти, друзья. Это не пенальти. И здесь также нужно подниматься. Разговоры с арбитром ни к чему хорошему не приводят. Матч между Пересветом и Атомом тому свидетельство. Не надо тратить лишние силы на беседы с главным арбитром.
Остается мяч в поле. И здесь тоже. Мини-футбол здесь на правом краю атаки у Пересвета. Возле углового флага. Ну и в итоге мяч у центральных защитников Пересвета. Моисеенко вперед играет. И в итоге потеря. Аут. Здесь все достаточно просто. Защитники мяч перекатывают. И пошла передача вперед. И еще один аут в пользу ставропольцев. Очень много будет борьбы. И я думаю, что оба наставника свои команды к этому готовили. И здесь тоже падение на него. Юрий Карпов также не реагирует. Технично. Хороший перевод у Оленченко на дальний фланг. Рухая уже в штрафной площадке и бьет. Уджа Рухая не попадает в ворота. Но вот оттуда с левого фланга атаки Пересвета периодические моменты возникают. Пока достаточно живо команды этот матч начали. На кону путевка в финал. Победа в этом турнире даст путевку в одну из стадий Кубка России на будущий сезон. Ну и звание кандидатов в мастера спорта по футболу. Ну и, конечно, возможность в первую очередь о себе заявить и на будущий сезон заиграть уже в команде профессиональной. Такие примеры здесь случались. 30-й юбилейный турнир по счету с 1992 года он проводится. И собирает лучшие команды любительского футбола со всей России. Все перекрыто, поэтому только так, только вперед. Убивает вратарь Пересвета, подбор. И здесь есть свободное пространство на половине поля Пересвета. Ну и здесь все достаточно спокойно. Команды любят играть в пас, любят играть в контроль. Но при этом могут и взорваться, и провести резкую контратаку. Поэтому здесь нужна предельная концентрация. С первой минуты до последнюю. И есть уже пример на этом турнире, когда одна из команд спаслась уже в компенсированное время. Момент, Кантемир Нахушев не попадает по мячу уже из вратарской. Есть у этого футболиста некоторые проблемы с реализацией. Вспоминая матч против ФШМ, который также довелось мне комментировать. Пару моментов в первом тайме Кантемир также загубил, хотя, в общем-то, футболист видно, что одаренный и с мячом на «ты». Есть и техника, и скорость, но вот нужно, конечно, в полуфиналах такие мячи забивать. Передача была очень хорошей. Не было здесь офсайда. Ну, я думаю, о системах ВАР и о системе видеоопределения гола здесь говорить не стоит. Турнир все-таки у нас полулюбительский, поэтому судейская бригада здесь вынуждена исключительно своими силами стараться принимать верные решения. Ну и вот как раз за вот этот выпад в сторону лайнсмена Андрей Моисеенков получает выговор от главного арбитра, от Юрия Карпова, что не стоит разговаривать на повышенных тонах с судейской бригадой. Пересвет выполняет этот штрафной, но разыграли по-быстрому. Контратака у Ставрополя, Мехков фалит в центре поля, тактический фол. Мутьев переводит мяч налево. Уже подача во вратарскую. Момент! Еще один момент у Ставрополь-Агросоюза. И вот эти подачи очень опасные. Андрей Погожев с позиции левого защитника мяч отправлял уже во вратарскую. Справилась команда из Домодедова. И еще один фол. Много нарушений у Пересвета
в дебюте этого матча. Инеллу Черчесову досталось. И теперь будет подача со штрафного. Подача хорошая, да, навесы удаются ставропольцам в этом матче. Уже две хорошие подачи мы видели. Внимательно Денис Зайка стенку устанавливает. Ну и, конечно, все интереснее будет происходить уже внутри штрафной площади. Где играет каждый с каждым. Есть подача, мяч закручен в дальний угол. И еще и вратарю досталось, нарушение правил. Было касание вратаря, ну и Денис Зайка здорово в этом эпизоде сыграл. Без страха и упрека вылетел вперед и мяч выбил кулаками вперед. Вот так разыграли. Через Мягкова. Ставропольцы больше мячом владеют по этим сыгранным минутам. И моменты у них возникают. Здесь и до гола недалеко. Подкат Мягкова в мяч было сыграно. Очень рискованно Евгений играл, но этот риск оказался делом благородным, потому что Евгений сыграл в мяч. И вряд ли как-то по-другому можно было соперника остановить в этом эпизоде. И непростой эпизод, но красноречивая реакция — это в первую очередь поведение футболистов, против которых был применен этот подкат, никаких возражений. А это означает, что все было сыграно чисто. Артур Табишев и Евгений Мягков очень часто будут встречаться в центре поля друг против друга. Высокий прессинг от ставропольцев, который, по идее, не должен давать возможность поднимать голову игрокам пересвета. Вот здесь потеря. Ну и вот здесь уже понятно желание команды из Домодедова просто мяч сохранить. Без мяча они играют. Масляный. Мяч у него выбивают, но Артем Сергеев опытный футболист. Помог своей команде мяч сохранить. Ну и сейчас пересвет играет без обострения, просто в контроль. Длинная передача, не самая удачная. И мяч в итоге оказался у Виктора Ищенко. В самом начале был хороший момент у Пересвета, но вот после этого всерьез Виктор Ищенко в игру не вступал. Вот атаку Пересвета, и момент, забивать надо, 1-0. И забивает Александр Масленников, который уже вкусил этот запах голов. Вся атака Пересвета была на удивление хороша. В касание из центра она просто просочилась, как нож сквозь сливочное масло. И в итоге один-одинешенек Александр Масленников остался перед Виктором Ищенко. И без труда он достаточно спокойно переиграл вратаря Ставрополя Агросоюза. Выждал небольшую паузу и отправил мяч в левый от себя угол. 1-0. Пересвет выходит вперед. Ждем ответа от Ставрополя Агросоюза. Ну и, конечно, это вопрос к центральной зоне обороны ставропольцев. Как так все очень легко у Пересвета получилось. Каждый мяч в таких играх на вес золота. Посмотрим, как рисунок игры поменяется. Ставропольцы больше мячом владели. Думаю, что они им будут стараться владеть еще больше. Там у нас
Там у нас, да, заварушка небольшая. Надо футболистам успокоиться. Играть еще играть, не надо заводиться. Забрал мяч в руки Денис Зайка. Артур Табишев до конца пошел. Видимо, это защитнику Пересвета не понравилось. Стандартная ситуация. Я думаю, что там разговоры с серией. Ты же видишь, наш вратарь мяч забирает. Зачем лететь до конца? Плюс-минус что-то такое. Ну все, руки пожали. Самое главное, мир, дружба. Продолжаем смотреть футбол. Эмоции от них никуда не деться. Быстрая, жесткая мужская игра. Поэтому такие вещи в футболе имеют место быть. Это, как говорится, входит в стоимость билета. Денис Зайка вводит мяч от собственных ворот. Говоря о центре поля, стоит еще отметить Дмитрия Мутьева, который очень качественный поединок провел против ФШМ. Да и вообще весь турнир, что уж тут говорить. 14 номер, достаточно высокий, техничный. Рискованная передача, не глядя назад пяткой. Сергеев борется. Много сумбура, много потерь. Неточных передач, в итоге мяч достается Ставрополь Агросоюзу. Длинная передача вперед, снова Сергеев. Ну и снова череда ошибок. Масляный, пас вперед. Владимир Оленченко убирает мяч под себя. Мягков, касание, Масляный, потеря. Артур Табишев. Федор Назгаидзе. Остается мяч в поле, нужно играть. Дмитрий Кожемякин один-одинешник на подборе. Ну и все же вот так вот. Вынос вперед. Масляный и Мутьев борются. Кому мяч достанется? Достается он снова команда из Ставропольского края. И вот здесь потеря, неточная передача. Кантемир Нахушев к этому мячу не успел. Касание не точно. Игроки Пересвета мяч потеряли в этой атаке. Мягков хорош в отборе. Здесь долго думать не дадут, особенно в центре поля. Съедают моментально. Левый фланг атаки у ставропольцев очень хороший. Здесь и Кантемир Нахушев, и ему помогает еще Андрей Погожев, который регулярно подключается к атакам. Резаная передача. Здесь один Артем Сергеев. Дальний удар. Также оборона Пересвета на себя этот выстрел принимает. Вот в эти минуты не самые высокие скорости. Команды, видимо, уже отошли от первых минут, когда на первый план выходят эмоции, желания. Сейчас уже начинается сам футбол. И нарушение правил. И Найлу Черчесову досталось. Дмитрий Мутьев мяч устанавливает. Возможно, он и пробьет. Еще и Владислав Каблахов у мяча. До ворот далековато, метров 30. Что-то около того. Ну, теперь только Мутьев. Ну, скорее всего, будет прямой удар. Я не удивлюсь. Подобные номера мы видели в матче против ФШМ. Мутьев бьет. И достаточно неприятный удар получился. Еще и солнце мешает вратарю Пересвета. Момент продолжается. И вот только сейчас мяч вылетает из штрафной площадки Пересвета. Хороший плотный удар удался опорному полузащитнику Ставрополя Агросоюза.
Но Денис Зайка сыграл надежно. Хотя и отбил мяч перед собой. Кожемякин мяч зарядил, да так, что он улетел за пределы поля. Еще и ограждение футбольное перелетел. Ну, совсем скоро матч продолжится. Ну и нужно отметить, что ставропольцы достаточно спокойно отреагировали на пропущенный мяч. Без какой-либо паники. Нету каких-то моментальных реваншистских настроений, что во что бы то ни стало нужно отыграться прямо сейчас. Нет, просто методично выполняют план на игру, стараются высоко встречать соперника, отбирать у него мяч и ищут свои возможности в первую очередь с флангов. Погожев. Левый защитник ставропольцев уже на позиции атакующего полузащитника прописался. Мутьев. Два соперника было против него. Артем Сергеев и Андрей Моисеенков вдвоем оттеснили Мутьева от мяча. Без центра поля игра. Здесь было нарушение правил, мяч остался у ставропольцев. Можно продолжать. Ну и вот такие единоборства крайне важны. Вроде бы неплохо разобрался Владимир Оленченко, а потом сразу же последовала неточная передача. А через центр играть немного рискованно, поэтому где-то игроки Пересвета стараются просто мяч выбить на чужую половину, в первую очередь, чтобы не нарваться на контратаку. Да, это, конечно, не зрелищно, это по-футбольному не эстетично, но я думаю, что это в последнюю очередь, о чем думают футболисты сейчас на поле. Оленченко режет угол. От двоих соперников ушел, но там сработала подстраховка. Табиш играет налево. Погожев. Нузгаидзе. Каблахов. Нахушев здорово мяч получил в центре поля. В первую очередь предложил себя между линиями. Передача в касание не точно. Еще один удар. Мяч летит за пределы поля. Это будет угловой. Мяч от игрока Пересвета покинул пределы поля. Да, скорости окончательно упали. И матч у нас превращается уже в перетягивание канатов. Сваливается больше уже на такие локальные схватки, на единоборства. Кто будет в них более жесток, неуступчив, у того будет в этом матче преимущество. Ну и угловой. Стандарты тоже никто не отменял. Смотрим за этим стандартом. Передача. Мяч вверху. Пересвет справляется. Падение в штрафной. Можно играть. Досталось Мягкову, да, если я не ошибаюсь. Евгений Мягков сейчас на газоне. В глаз ему попало. Непонятно чем. То ли рукой, то ли мячом. Но в любом случае на данный момент Евгений матч продолжить не может. Он очень важный футболист для своей команды. Играет в центре поля. На позиции опорного полузащитника. Помогает и обороне, и атак своей команды начинает. И еще очень здорово владеет футбольной аритмией. Где нужно мяч придержать, где нужно сыграть в пас. А где, наоборот, нужно ускориться, провести разящую контратаку. Вообще, опорная зона у одной команды и у другой в большом порядке. Мягков, Табишев, Мутьев, Кожемякин. Очень хорошие футболисты. Здесь на турнире себя очень хорошо зарекомендовали. Мягков в отборе.
Масленников. Есть предложение слева, Рухая. Только назад. Сергеев. Мягков в центре поля. Черчесов сразу и на него выдвигается, поэтому передача вперед. Масляный. Единоборство Андрею Погожеву проиграл. Мягков. Аккуратно, спокойно играет на Андрея Моисеенкова. И атака пересвета теперь начнется уже от своей штрафной площади. И здесь через пас. Друг друга не поняли игроки пересвета. Досталось Федору Назгаидзе. Жесткое там было единоборство. Передача, мяч уже во вратарской. Удар 1-1! Артур Табишев сравнивает счет в этом матче. И вот такой танец футболиста, который забил. Вот она, атака с фланга, классическая. Кантемир Нахушев прострелил во вратарскую, а там игроки пересвета не доглядели за своими соперниками. И Артур Табишев с левой ноги отправил мяч в дальний угол. По одному. И пока все это происходило, медицинская бригада появилась на поле. Досталось Федору Назгаидзе. Ну и поскольку медики появились, здесь нужно пределы поля покинуть. Там было единоборство. Вот именно с этого эпизода все началось. С потери в центре поля. Пересвета прошла вот эта вот голевая атака у Ставрогроссоюза. 1-1. Тем веселее нам будет смотреть футбол. Да, все в порядке с Федором Назгаидзе. Центральный защитник Ставропольца, Ставропольской команды, на поле возвращается. И сразу же он попадает в гущу событий. Ставит спину сопернику и помогает своей команде мяч отобрать. Абсолютно равная игра. И еще тому яркое подтверждение. Примерно в одинаковой стилистике команды играют. Вот сейчас может быть очень опасно. Рухай 1-1! И это спасение. Это спасение в лице Федора Назгаидзе. Рухая немножко затянул. В этой атаке можно было и порезче постараться пробить. Не получилось. Теперь встречная контратака. Не было здесь нарушения правил. Николай Федоров оказался на газоне. Масляный. Оленченко ошибся в этой передаче. Черчесов. Вроде бы неплохо, вроде бы вперед. Ну, Олег Аврамчук, правый защитник пересвета, прекрасно видел, что там никого нету из футболистов в желтых футболках. Да, вот удивительно, конечно. Пропустив, Ставрогроссоюз больше начал мячом владеть. Пересвет чуть-чуть откатился назад. Потом уже пересвет пропустил. И ситуация изменилась в другую сторону. Насколько гол вообще меняет картину происходящего на поле. Черчесов. Неплохо разобрался в центре поля. Два соперника на нем висело. Он сохранил мяч для своей команды. И здесь мяч в поле. И аут. Аут в пользу. Аут в пользу пересвета. Ну, вот отсюда сверху даже есть ощущение, что временами
Ставрополь Агросоюз играет в 4-5-1. Инал Черчесов, Дмитрий Мутьев и Артур Табишев играют в центре поля. Саверский и Нахушев играют по краям. И только Николай Федоров играет в атаке. Однако, как только ставропольцы мячом овладевают, ситуация меняется. Нахушев тут же поднимается вперед. Вот он мяч принимает. Черчесов играет направо. Хорошая, точная передача. Мутьев уже в штрафной площади. Но здесь Евгений Мягков убивает мяч за пределы поля. Будет угловой. Долго-долго готовятся игроки Ставрополь Агросоюза к подаче этого углового. Артем Сергеев мяч получает и разгоняет атаку пересвета. По левому флангу нарушение правил. Масляный. Маленченко. Погоже против него. Масляный себя предлагает, но на нем уже Инал Черчесов висел, поэтому передачу отдать было сложно. Инал Черчесов. Дмитрий Мутьев играет направо. Это было долго. Это было долго. Момент есть у пересвета. Положение вне игры. Правда, с небольшой паузой был дан этот свисток. Александр Масленников оказался в неправильном положении. На правом фланге правый защитник немножко заигрался. Есть на скамейке у ставропольцев Михаил Попов, который феерично появился в матче против ФШМ на групповой стадии. Там счет был 0-0, ставропольцам обязательно нужно было побеждать. Моментов было куча, ставропольцам забить никак не удавалось. На поле появился Михаил Попов и сделал дубль. Забил первый и второй мяч, ну и позже удалось забить и третий. Но вот дубль Михаила Попова, конечно, помог ставропольцам в той игре. Это так, к слову, кем можно усилить игру во втором тайме. Вообще здесь есть и у одних, и у других на скамейке запасных серьезные усиления. Но пока еще пора замен не пришла. Табишев направо. Череда взаимных ошибок. Мяч у пересвета. Из боковой. Домодедовцы мяч водят. Масляный. Мягков. Диагонально Оленченко. Но если это была передача на Владимира Оленченко, то она была очень неточной. Да и вообще сложно было понять. Сложно было среагировать Владимиру на эту передачу. Казалось, она нелогичной. Прослеживается уже желание у команд сыграть попроще. Вот не выдумывать. Уже обожглись и те, и другие. По голу пропустив. Понятно, что вот следующий мяч может оказаться уже решающим.
Артем Стегеев в подборе, хороший мяч остается в поле. Вот только сейчас он его пределы покидает. Хорошо это или нет, когда игрок выполняет еще и функции тренера, сложно судить. Я с таким не сталкивался, внутри такой команды не находился. С одной стороны, конечно, это игрок, который прекрасно понимает, что в команде происходит, чем живет команда, участвует в команде изнутри, находясь на футбольном поле с своими партнерами. В этом плане это безусловный плюс. Но все же это игрок, а не тренер. Здесь все-таки небольшая дистанция между тренером и игроком быть должна. Ну, как по мне. Передача пяткой не самая обязательная. И после этого еще и потеря случилась. Назгаидзе играет через Виктора Ищенко. Передача Владислава Каблахова не самая точная. Правда, вот здесь нету положения вне игры. Выход 1-1. Николай Федоров сам себе момент придумал и пытался в ближний угол пробить. Денис Зайка здорово свою команду в этом эпизоде выручил. Вот что значит проиграть единоборство 1-1. Сразу же возникает опасный момент. А если речь идет еще о центральном защитнике, то... опасность вырастает вдвойне. Еще один аут. Много уже стало остановок. По поводу и без. Артем Сергеев аут бросает назад. Играть, играть. Мяч. Мяч в игре. Положения вне игры нет. Так вот, одна передача потребовалась Ставропольцем, чтобы со своей половины перейти мгновенно в атаку. Денис Зайка. Снова сильный вперед. И снова нужно бороться Александру Масленникову. И здесь падение. Также осталось без внимания. Так, и желтая карточка. Первая в матче за разговоры. Получает ее Александр Масленников. Он и гол забил, он и карточку получил. Подтолкнул спину Федор Назгаидзе, и тот, почувствовав на себе контакт, оказался на газоне. Нарушение правил. Кстати, это первая карточка в нашем матче. Все вполне корректно. Еще и Артем Сергеев здесь решил побеседовать с Юрием Карповым. Ну и со скамеек уже тут подсказывает, что, ребят, пора успокоиться. Пора уже и в футбол поиграть. 1-1. Напомню, это полуфинал Кубка среди любительских команд третьего дивизиона. Российский футбольный союз проводит ежегодно турниры среди чемпионов, среди обладателей кубков. В рамках третьего дивизиона лучшие команды из своих округов приезжают на итоговый турнир. Мутьев. Направо играет. Саверский. Передача в штрафную площадь. В руку мяч попал. Атакующему игроку Рухая. Мяч не догнал. И снова Мутьев. Удар с левой ноги не точно. Причем не точно значительно. Долгая, долгая пауза. Все ближе, ближе перерыв. Пас, пас, первый пас.
Верховая борьба. Мутев и Мягков. В центре поля борются. И удар от ворот. На газоне Дмитрий Мутев. Но эпизод уже заигран. Нарушения там нет. Снова арбитр подается обструкции. Что там, угловой назначен, да? Судя по всему. Хотя казалось, что удар от ворот. Уж больно уверенно защитник пересвета мяч сопровождал за лицевую линию. Еще одна подача уже в концовке тайма. Так, ну и да, это должно было случиться рано или поздно. Артем Сергеев получает карточку, абсолютно ненужную. Дело в том, что во втором тайме, когда начнутся уже решающие минуты, решающие мгновения, будут моменты, когда, возможно, командам нужно будет фалить тактически, в том числе на карточку. Поэтому вот зачем получать карточки на ровном месте, когда это потом может привести к удалению? Это вопрос риторический. Пока угловой ставропольцы будут подавать. На ближнюю штангу. Мяч вверху. И здесь борьба. Сергеев справляется. И подбор со ставропольцами. Масленников мяч подхватил. Но все-таки выгребал он его уже из боковой. Аут в пользу ставропольцев. Очень низко играет пересвет в эти минуты. Все полевые этой команды на своей половине. Каблахов вперед. Хорошая передача. И здесь Сергеев также хорош. Нет, что касается футбола, здесь Артем Сергеев все очень здорово делает. Он один в один очень хорошо играет. По мячу, по сопернику. Никаких вопросов. И здесь в мяч. Табишев назад. Инал Черчесов. Здесь еще одно нарушение. Николай Федоров пошел до конца. И Денис Зайка снова на газоне. Передачу выполнял Замбалат Тигеев. Правый защитник. Одно из изменений в стартовом составе. Если я не ошибаюсь, если все правильно понимаю, это единственное изменение по сравнению с матчем против ФШМ. Ну и все. Свисток на перерыв от Юрия Карпова. В первом тайме мы увидели по одному мячу. В составе пересвета отличился Александр Масленников и Артур Табишев. Счет в матче сравнял. В этом полуфинале пока паритет. Команда отправляется отдыхать, и мы с вами отправляемся вслед за ними. Через 15 минут жду вас обратно смотреть второй тайм. Пока, перерыв.
меня пока не запускай. Возвращаемся обратно в Сочи. Еще второй тайм матча Ставрополь Агросоюз и Пересвет начнется уже через несколько секунд. Это первый полуфинальный матч финального этапа Кубка команд среди третьего футбольного дивизиона Российского футбольного союза. Четвертый по силе дивизион в системе российских клубов. Да, сложно все это, может быть, звучит, но на самом деле здесь все просто. Кто сегодня побеждает, отправляется в финал. Решающий матч будет сыгран уже в эту субботу. Справа по картинке Пересвет, слева Ставрополь Агросоюз. В первом тайме счет в матче открыл Александр Масленников, игрок Пересвета, а затем капитан ставропольцев Артур Табишев счет сравнял. В целом была вяло тягучая игра с большим количеством единоборств. Под конец тайма еще и разговоры с арбитром зачастились, но в целом матч достаточно качественный. Замен в перерыве нету, давайте состав огласим. После вот этого момента Пересвет с первых минут второго тайма идет вперед. И момент какой сразу же возникает, он еще не закончился, вот только сейчас. Замбалат Тигиев мяч выбивает из своей штрафной площадки, давая возможность начать объявлять составы. Начнем с хозяев, игроки Ставрополь Агросоюза, которые представляют Ивановское, Ставропольский край. В воротах Виктор Ищенко, полевые игроки Владислав Каблахов, Дмитрий Мутьев, Федор Назгаидзе, Кантемир Нахушев, Андрей Погожев, Владимир Саверский, Артур Табишев, капитан команды, Дзамбалат Тигеев, Финал Черчесов и Николай Федоров, главный тренер. Ну, тренер в этом матче Сергей Ярцев, главный Кирилл Эйдельнанд получил двухматчевую дисквалификацию. Вот как раз этим матчем она и закончится. Если Ставропольцы выйдут в финал, то тогда Кирилл Эйдельнанд сможет со своей командой присутствовать на поле. Здесь также не было нарушения правил. Очень-очень высокий уровень борьбы. Два футболиста оказались на газоне. В эту паузу мы состав Пересвета представим. Денис Зайко в воротах, Олег Аврамчук, Дмитрий Кожемякин, Дмитрий Лушников, Александр Масленников, Андрей Масляный капитан, Андрей Моисеенков, Евгений Мягков, Владимир Оленченко, Гуджару Хая и Артем Сергеев. В первом тайме две желтые карточки были обе в составе Пересвета. Александр Масленников и Артем Сергеев получили предупреждение за разговоры. Это полуфинал, здесь достаточно высокий градус борьбы, по пустякам судейская бригада старается эту встречу не останавливать. Ее возглавляет Юрий Карпов из Петрозаводска, ему помогают Михаил Шпильфогель и Егор Дрожащих, резервный арбитр Иван Абросимов. И тут редкий случай, когда у нас после перерыва нет никаких перестановок, это означает, что обоих тренеров все устраивает происходящее на поле, а быть может, пока не пришла пора перестановок. Артем Сергеев в составе Пересвета еще исполняет обязанности тренера. Ставрополь Агросоюз матч. Мяч бросит из-за боковой. Первый гол в этом матче забил Александр Масленников после хорошей комбинации. Прямо по центру атака прошла, удалось скрыть оборону через центр и забить мяч. Ну и в свою очередь Ставрополь Агросоюз ответил фланговой атакой, и Артур Табишев оказался самым расторопным в штрафной площадке. В целом абсолютно равный первый тайм, и счет отражает именно то, что происходит на футбольном поле. По очереди команды мячом владеют, по очереди атаки проводят. Вот в данном случае номинальные хозяева
берутся за дело. Снова мяч слева. Вот оттуда, слева фланга, где играют Кантемир Нахушев, где Андрей Погожев. Очень часто игроза на ворота Пересвета приходит. Мутьев. Дмитрий Мутьев не заменил в центре поля. Хорош в подкате. Андрей Моисеенков был. Выбивает мяч на угловой. Стандартных положений на этом турнире большое количество в каждом матче. Но редко они приводят к чему-то опасному. Посмотрим, что будет на этот раз. Замбала Тигиев. К углу поля отправляется. Дмитрий Мутьев, Владислав Каблахов. Все высокие пошли вперед. Начинаются какие-то движения на скамейке Пересвета. Видим, какие-то перестановки все же будут. Но об этом в любом случае мы узнаем после углового. Очень часто я наблюдаю, что вот подходит главный арбитр, начинает проверять, как там мяч установлен на угловом, в секторе или нет. Честно говоря, не понимаю, зачем вообще бьющие футболисты пытаются выиграть какие-то непонятные сантиметры. На 2 сантиметра мяч вперед подвинуть. Здорово выходит Виктор Ищенко. В полете мяч останавливает. И здесь нарушение правил. Высоко ногу поднял игрок Пересвета. Ну вот и замены. Артем Воронкин на поле появляется, меняет место Олега Аврамчука. И Воронкин, судя по всему, замена по позиции. Ну, будем разбираться в итоге, в любом случае, по ходу дела. Замена состоялась. У Ставрагросоюз замена также готовится. Уже переоделся Артур Рубицкий. Он и в матче с ФШМ вышел на замену. Причем очень хорошо вышел. Забил очень красивый гол из-за штрафной площади. Со своей рабочей левой ноги отправил мяч в дальнюю, под дальнюю стойку. Выбивается мяч сильно вперед. Подбор остается за Пересветом. Ну и не самая удобная передача последовала от Александра Масленникова. Будет удар от ворот. Замбалата Тигиева будут менять. Резервный прямо под нашей комментаторской позицией располагается. И вот табличку мы подглядели. Кантемир Нахушев на фланге. Была борьба с Дмитрием Лушниковым, и Дмитрий ее выиграл. Замбала Тигиев еще не знает, что его поменяют. Поэтому вот так вот бьет по воротам. И последнее его игровое действие в этом матче. Первая замена у Ставрополя Агросоюза. Замена в составе футбольного клуба «Ставрополь». Вместо Тагиева Замбалата, номер 15, на поле вышел Артур Урбицкий, номер 22. Ну, вот эта замена точно по позиции. Сергей Ярцев фланг обороны освежил. Ну, а Артем Воронкин вот на правом фланге, да, он больше в центре поля играет. Ну, какие-то перестановки, очевидно, тоже последуют. Масленников в штрафной площадке, спиной к воротам развернулся Андрей Масляный. Мягков. Не прошла эта передача, Дмитрий Мутьев мяч перехватил, сразу же вперед. Федоров и Лушников. Ну, Лушников эту борьбу выиграл. Мягков один в центре поля, успел голову поднять, посмотреть, отыграть назад.
Моисеньков через центр поля. Рухая тащит мяч вдоль своей линии, но... Мяч предела поля покинул. Все правильно сделал Владислав Каблахов. Доиграл эпизод до конца. Там свистка не последовало, хотя все остановились. Все видели, что мяч поля покинул. Черчесов не пошел на мяч. Едва-едва игроки пересвета не наказали за это соперника на его половине. Положение вне игры. Положение вне игры зафиксировано. Ну и отмечаем, что опорные полузащитники пересвета стали повыше подниматься. Судя по этой расстановке, Артем Воронкин играет в центре поля. Что дает возможность Евгению Мягкову чуть повыше подниматься и участвовать уже в атакующих построениях. В первом тайме мяч не так часто шел именно через опорную зону. В основном были длинные передачи. Поэтому опорные полузащитники больше участвовали в разрушении, чем в созидании. Еще одна пауза. Еще одно повреждение. Досталось Андрею Погожеву. Активный левый защитник, который регулярно подключается в атаку. В этом эпизоде ему досталось по ногам. Игроки пересвета мяч сопернику вернут. Ну и матч продолжается. Второй полуфинал Кубка будет сыгран сегодня чуть позже. Дорожник из Каменки, Пензенская область, играет против Пскова. Таким образом, сегодня определятся оба участника финала. Ну и, соответственно, матч за третье место. Нарушение правил. Вот это уже опасно. Во-первых, карточка центральному защитнику. Андрей Моисеньков ее получает. И еще и штрафной удар. Артуру Табишеву досталось. А, нет, это Кантемир Накушев. И он оказался на газоне. Это не самое главное. Самое главное, что опасный будет сейчас штрафной удар. Очень хорошая дистанция. До ворот метров 18. И посмотрим, кто будет бить. Позиция очень хорошая. Чуть больше 11 минут команда сыграли во втором тайме. Картина первой 45 минутки в целом не поменялась. Классическое перетягивание канатов в матче равных по силе команд. Ну и внушительная стенка. Естественно, игрок, который ложится снизу под стенку. Здесь все по классике. Ну и похоже, что Артур Табишев будет исполнять 7-й номер. Девятый. Удар прямо в стенку. А это был вообще не Табишев. Это был Погожев. Будет угловой. Игроки пересвета недовольны. Но в любом случае не получилось этот штрафной исполнить. Качественно надо было стенку перебрасывать. Это сделать не получилось. Будет угловой. Есть шанс еще один стандарт исполнить. Нужна хорошая подача. И, конечно, перебить ближнюю штангу, попасть вот туда, в гущу футболистов. Вот, получилось. Денис Зайка уверенно играет на выходе кулаками, за что получает порцию похвалы от своей скамейки. Еще одна навесная передача штрафную, и снова Денис Зайка взмывает вверх и забирает мяч. Сразу же игроки Ставрогроссоюза идут вперед, не дает думать сопернику, и, пожалуйста, потеря. Пришлось Денису Зайке просто вбивать мяч уже туда, на трибуны, на дальнюю от нас бровку. Пересвет может и умеет играть и вторым номером.
подстраиваясь под соперника. Зачастую так даже с подручней действовать, пока соперник пытается что-то создать. Можно его на контратаке, например, наказать. Табишев. Хорошая передача, мяч уже в штрафной. И дальше еще одна прострельная передача. И Дмитрий Лушников становится на пути мяча, будет еще один угловой. Преимущество команды из Ставропольского края начинает возрастать во втором тайме. Еще одна подача. И здесь справляется Зайка. Пересвет начинает. От своих ворот. Сильная передача, ну тоже в никуда. Грешат уже команды неточными передачами. И чем дальше к финальному свистку, тем этих передач неточных будет больше. Потому что возрастает напряжение. Настоящая сеча здесь. Не было нарушения правил. И еще одна борьба в центре поля. Еще одно единоборство. Ну, понятное дело, что ее будет много, особенно в центре поля. Мягков правила нарушен, Алан Черчесов поставил корпус. Мяч остается у ставропольцев. Подача. Подача. Сергеев воздух не проиграл. Мягков на подборе. Дальше вынос. Еще один стык, еще одно падение. Что, карточка? Да, вот уже и капитан Пересвета карточку получает. Андрей Масляный. Считаем желтые карточки. 4 предупреждения у Пересвета. Замена у Ставрополь Агросоюза. Как я уже говорил, Михаил Попов. Джокер в рукаве появляется на поле вместо Николая Федорова. Замена по позиции на в амплуа центрального нападающего. И нужна медицинская помощь Артему Воронкину. Давайте о регламенте поговорим. В случае ничьи в основное время сразу же будут назначены послематчевые пенальти. Футбольная лотерея. И в этом матче она вполне возможна. Замораживают колено. Видимо, был неприятный контакт или даже приводящий. Ну, если мышечное повреждение, тогда, конечно, хуже. Если ушиб, то быстро отойдет и замена не потребуется. Будем следить, как там будет поживать Артем Воронкин. В составе футбольного клуба «Пересвет» предупреждение получил Андрей Маслинов, номер 11. Ну и очередная пауза. Много пауз. Колдовать сейчас будут медики. Что делать? Нужна ли здесь будет обратная замена? Или все же удастся матч продолжить? Но, судя по всему, не удастся. Пока в меньшинстве игроки Пересвета. Тут надо срочно что-то решать. Срочно кому-то нужно переодеваться. Пока мы не видим здесь каких-то движений на скамейке, но в любом случае все в скором времени разрешится.
Временное численное преимущество у Ставрополь Агросоюза. Масляный. Сгаидзе. Сам пошел вперед. И прошла передача. Табишев. В касание. Снова Табишев. Фланговая передача. Мяч о перекладину ударился. Будет ли добивание? Мягков в подкате свою команду выручает. Примерно в таком же стиле Федор Назгаидзе свою команду выручил в первом тайме. Урбицкий. Касание. Инал Черчесов. Отыгрался Стабишев. Снова Черчесов. Урбицкий. Подача, и все правильно делал в этой ситуации Владимир Олеченко. Не видел он, что у него происходит за спиной. Просто выбил мяч на угловой. Да, замена. Замена будет у Пересвета, причем в ближайшее время. Обратная замена. Артем Воронкин матч продолжить не сможет. Вместо него появится Данил Квашнин. Пауза, потому что замена. Да, кстати, Квашнин не 18-й, а 15-й. Но вот сейчас резервная свою же оплошность. Артема Воронкина, номер 6-й. На поле вышел Данил Квашнин, номер 15-й. И подача с угла поля. Пересвет во втором тайме вообще без атак. Это нужно отметить. 20 минут команда из Домодедова моменты у чужих ворот не создает. Масляный. Андрей Масляный пошел выговаривать лайнсману. Знаете, вот здесь такой эпизод. Палка о двух концах. Да, у Масляного уже есть желтая карточка. И капитан, который имеет желтую карточку в полуфинале, идет разговаривать с рефери на повышенных тонах. Здесь, конечно, нужно держать себя в руках, но недовольство капитана Пересвета понятно. Мяч остался у команды из Домодедова. Могла пройти перспективная атака. Вместо этого лайнсман поднимает флажок, а главный игру останавливает. Здесь по принципу преимущества арбитры не сработали. Но здесь все равно надо держать себя в руках. Один эпизод мог оставить Пересвет в меньшинстве. По такому матчу это катастрофа просто. Здесь нужны все бойцы, здесь все 10 полевых необходимы. Как одной команде, так и другой. И неточная передача. Накрыли Черчесова. Не факт, что с нарушением правил. И Денис Зайка очень уверенно сыграл. Рухая. Мехков. В поле мяч остается. И можно бежать Александру Масленникову. Офсайд. Ну, если был там положение вне игры, то какое-то уж микроскопическое. В любом случае, оборона Пересвета эту офсайдную ловушку очень искусно выполнила. Дмитрий Лушников мяч будет вводить. И аут. Не знаю, с чем связана тут пассивность Пересвета в атаке. В первом тайме ситуация была другой. В первом тайме команды поочередно шли в атаку. Во втором тайме ситуация чуть-чуть меняется. Мягкий, не разговаривай, парни! Хорош, красава, мягкий, лучший! Хороший подкат Лушникова. Погожев.
Каблахов через Назгаидзе. Был Урбицкий слева. Вместо этого передача в центр. Потеря Табиш. Хорошо мяч держит. И мяч уже в штрафной площади. Табишев еще одна передача. Гаджару Хая. Внешней стороной стопы мяч вырезает. Мяч в полете покинул пределы поля. Артур Урбицкий. Пересвет будет мяч вводить из-за боковой. Мягков. Выносит, причем очень хорошо. Борьба. Но вот если бы мяч чуть-чуть слабее летел бы, тогда у Виктора Ищенко было бы больше проблем. А так он спокойно вышел к границе штрафной площади и мяч забрал. Индал Черчесов разгоняет очередную атаку Ставрополь Агросоюза. Потеря. Куда? Куда? Передача. Никак не может свою атакующую игру впереди наладить пересвет. Возможно, нужны замены. Какого-то свежего футболиста, который возьмет на себя игру, сможет... одного-двоих соперников обыграть. Пока ничего такого нет. Подача какая! И момент был шикарный. И это был на острие атаки Михаил Попов. Его ни в коем случае нельзя оставлять одного, особенно на втором этаже. Два мяча ФШМ он забил именно головой. На флангах обороны пересветы Артем Сергеев и Владимир Оленченко. Защитники в большом порядке, и им достаточно непросто, потому что главная сила атак команды Ставрополя — это, конечно, фланги, фланговые передачи. Назгаидзе легко разворачивается. Погожев. Саверский в касание назад. Дмитрий Мутьев. Урбицкий. Ну и контроль мяча. Просто контроль мяча. Потихоньку Ставрополь Агросоюз соперника начинает запирать на его половине. Давление ставропольцев не выливается в большое количество голевых моментов. Так, они периодически случаются. И тут даже скорее не голевые, а просто такие острые ситуации. Но не более того. В обороне пересвет играет неплохо. В атаке вообще ничего не получается. Ну вот куда эта передача? Прессинг. Артем Сергеев. Масляный. В касание. Игры рукой не было. Каблахов. Мяч перехватил. Инал Черчесов. Артур Урбицкий. Мутьев. Черчесов в короткую стеночку обыграли. Владислав Каблахов играет налево. Владимир Саверский. Артем Сергеев хорош. И было нарушение правил. Сергеев на своей позиции исключительно эффективно играет. Вообще единоборство практически не проигрывает.
Еще и умный достаточно защитник. Не любитель пожарить, всегда старается принять какое-то максимально грамотное, взвешенное решение. Что в атаке у Пересвета? Получится ли что-нибудь? Мягкова накрывают. Игроки Ставрополь Агросоюза могут бегать все 90 минут. Вопрос, хватит ли Пересвета на вот эти вот оставшиеся, сколько у нас там, минут 17. Потому что играть без контратак, не выходя на чужую половину, нельзя. За это обязательно накажут. Вариантов не особенно много. Четыре полузащитника и четыре защитника в линию. Достаточно плотно находятся друг от друга, поэтому вот все, только вот так, только длинные передачи. Попов. И его тоже накрыли. И здесь мяч пределы поля покидает. Владимир Оленченко. Никто себя особенно не предлагает. Скорее всего, будет просто вперед. Так и есть. Хорош, хорош, парень. В отборе, сразу. Сразу закрываем. Все, все, все. Мыня, мыня. Слушай, внимание. Сергеев. Гаджару Хая. Мягкая передача. Назгаидзе. Король воздуха здесь все снимает. Попов оказался в положении вне игры. Есть офсайд. Офсайд, офсайд. Там был офсайд. Потом уже было попадание мяча в руку. А перед этим положение вне игры. И Пересвет очень грамотно игру от своих ворот отодвигает. Ну, футболисты сами прекрасно понимают, что не стоит прижиматься к своим воротам. Другое дело, что футбол ты играешь так, как тебе позволяет играть соперник. Если соперник тебя зажимает, здесь уж ничего не сделаешь. Приходится обороняться. Это тоже элемент футбола, в конце концов. Сергеев. Жесткий подкат. Каждое такое единоборство приветствуется со скамейки, одобрительные возгласы. В итоге мяч ставропольцам достается. Такими темпами все у нас планомерно идет к серии пенальти. Давненько мы с вами не видели не то что опасных моментов, а вообще каких-то ударов даже по воротам. Последний раз бил по воротам, если я не ошибаюсь, Дзамбала Тигиев. Только его уже на поле нет. Финала Черчесова завалили на газон. Еще один штрафной. Но это все далеко от ворот. Это не опасно. Дмитрий Мутьев поднимает свою голову. Находит Урбицкого. Два соперника на нем. Есть вынос. Мутьев аккуратно играет. Назгаидзе. Тоже достаточно уверенно. Вот здесь отбор. Масляный разворачивается. Ну и не самую точную передачу выполняет капитан Пересвета. Табишев. Неточная передача. Масляный уже фланг меняет. Оказался он теперь справа на полуфланге. И всего лишь аут. Кирилл Коркин появится сейчас у Ставрополя Агросоюза. Масляный. Масляный бьет. Хороший момент у Пересвета. Ну, вот хоть что-то. Удар метров 17-18, но в ворота мяч не попал. Хотя позиция была хорошая, и здесь тоже такой отдельный большой привет опорной зоне ставропольцев, как так позволили сопернику пробить.
Цена одного забитого мяча возрастает до предела, как и цена одной допущенной ошибки. Артем Сергеев полез вперед. Мягков быстро от мяча освободился. Обратно передачу не получил. Ну, там есть хорошее предложение. Масленников борется. И удар от ворот вместо углового. И замена в составе Ставрополь-Агросоюза. Кантемир Нахушев в поле покидает. Вместо него появляется Кирилл Коркин. На поле вышел Кирилл Коркин, номер третий. У Пересвета пока две замены, и то одна из них обратная. Артем Воронкин, который по ходу второго тайма появился на поле, затем получил мышечное повреждение и был заменен. Крухая. Играет назад, мяч в поле, можно играть и нужно играть. И здесь борьба. Сергеев. Мягкий. Мягков. Да, вот мягкий его называют. Мяч. Ну, в мяч было сыграно в этом эпизоде. А, нарушение правил было перед этим. Саверский правила нарушал. Мягков-то как раз правила не нарушал. Он в мяч играл. Прямо на бровке фол. Дмитрий Лушников мяч устанавливает. Ну и скорее всего будет мяч сюда загружать, штрафную площадку. Пошла подача, причем хорошая подача, нацеленная на Масленникова. Оленченко. Рухая. Сергеев. Подача с фланга, но сгоится. А, это был Каблахов. Каблахов мяч выбивает. И здесь без нарушения правил. Табиша вперед. Коркин пытается улизнуть от Оленченко. Не получилось. Денис Зайко. Попроще, пожалуйста, мой хороший, попроще. Не надо придумывать. Последняя 10-минутка. Последняя 10-минутка. Начинается самый сок. Артем Сергеев ставит спину. Соперник к мячу не пускает. Удар от ворот. Решающий отрезок в матче. Будет ли серия пенальти или кому-то удастся забить, мы увидим совсем скоро. Гаджар Ухая один в один против Артура Урбицкого. Скрытая передача. Масленников первый на мяче. И снова Гаджар Ухая. Гуджар Ухая, прошу прощения. Селенки-то остались у Пересвета, на самом деле. Вот последняя 10-минутка, и как птица Феникс, Пересвет возродился. Вспомнил, что у соперника тоже есть ворота. И неплохо бы провести одну-другую атаку, забить мяч и отправиться в финал. Просто все это звучит, но просто не всегда означает легко. Положение вне игры. И здесь, вне, и здесь офсайд. Домой, парень, домой, домой, домой. Федор Назгаидзе. В очередной раз, который уже раз будет начинать атаку своей команды. Давай, давай,
Попов, касание, кстати говоря, неплохо, достаточно. Но это фол. Это фол. Оленченко. Ну, сейчас уже, я думаю, что все маски сброшены. Чем-то удивить соперник уже не удастся. Здесь просто уже морально-волевые качества выходят вперед. И какие-то индивидуальные качества, безусловно. Если у кого-то получится решить эпизод самостоятельно. Масляный. Вот контратака может получиться. Рухая предлагает себя справа вместо этого. Масленников. Момент. Удар. Гол! Забивает. Забивает Александр Масленников. Делает дубль. Уже в концовке матча провалилась оборона Ставрополя Агросоюза по центру. Андрей Масляный гениальную передачу выполнил. У него было предложение и слева. И вы видите, как расстроены игроки Ставрополя Агросоюза. Они играли второй тайм лучше своего соперника. Но пропустили вот эту контратаку. Удар в створ, удар неотразимый. Александр Масленников умеет выбрать вот эту позицию, умеет себя предложить. Чужой штрафной площадке. Исполнил все мастерски. Покатил мяч в дальний угол. Аккуратно не стал лупить, как сделали бы 9 из 10 на его месте. Отправил мяч в ворот соперника. 2-1. Огненная концовка нас ожидает. Ставропольцы сейчас побегут вперед. У них еще и замена будет. Владислав Рымарь появится на поле. И поехали. 2-1. Ставропольцы проигрывают. Нужно отыгрываться. Для этого есть и время, и ресурсы. Александр Масленников, номер 14. Сергеев. Просто вперед. Черчесов. Масляный. Абсолютно один. Здесь его, конечно, не пустят. Черчесов и Юрбицкий. Мяч у него отобрали. Но теперь нужно атаковать. Каблахов. Высоченная передача. Сергеев головой силе мяч выбивает. Масляный и Урбицкий борются. Верховые единоборства. Здесь нарушение правил. Подсел. Подсел. Александр Масленников под соперника. Так, и что у нас происходит? Обратная замена. Да, Коркина снимают. Вот это да. Снимая Сергей Ярцев, Кирилла Коркина и выпускает Владислава Рымаря. Момент! Какой момент? Мяч в воротах и оказывается, а здесь что? А здесь желтая карточка достается ну, Попов получил желтую карточку, а там штрафной удар назначен. Было ли офсайд, это уже тема для дальнейших дискуссий. Зачем тогда было выпускать Кирилла Коркина на сколько там, на 10 минут? Ну, какой-то замысел был определенно в этом, который не сыграл. Ну, время есть. Время у ставропольцев есть. Здесь надо проявлять волю, характер и, в конце концов, спортивную наглость, друзья. Надо лезть на чужие ворота. Мягков. Просто вперед. Носкаидзе очень хороший защитник, друзья. Один из сильнейших на этом турнире. Ну вы что значит эпизод? Да, один эпизод. Одна передача. Просто мгновение. 90 минут играют команды. 5400 секунд основного времени. И вот в одну из них ты зазевался. Я сейчас не про Федора Назгаидзе, а просто про сам футбол. Одно единоборство ты проиграл, и все, и ты можешь остаться без финала. Жестокий спорт, безусловно. Пересвету уже нужно просто отбиваться. Мягков.
Вова, сильней давай! Урбицкий. Витя Кожемякин, опорный полузащитник, достаточно высоко поднимается, чтобы заставить соперника ошибиться. Назгаидзе. Просто вперед, просто уже вот туда. Попов. Аут, да? Да, аут в пользу Пересвета. Настоящий футбольный триллер мы сегодня посмотрели, он еще не закончился. Совсем скоро мы узнаем, сколько будет добавлено ко второму тайму. Настоящий кубковый полуфинал. Пошли, пошли, Саня! Саня, гол нужен, Саня! Масленников и Назгаидзе. Давай, давай, Федор, очередное единоборство выиграл. Еще одна передача вверх, и скидка есть. Куджару Хая просто убивает мяч вперед. Отбиваться Пересвету осталось еще. Основной у нас уже заканчивается. Три минуты добавляет Юрий Карпов. И здесь нарушение правил. Евгений Мягков оказался на газоне. В спину его толкнули и свисток. 3 минуты есть у Ставрополя Агросоюза на спасение в этом матче. Пора мяч водить. Андрей Моисеенков уже имеет желтую карточку. Сильный удар вперед. Сергеев первый здесь на подборе. Борьба продолжается. Масляный пытается мяч сохранить. Снова Артем Сергеев. Пересвет мячом владеет на чужой половине. Аут в пользу. Не удалось сразу же зажать ставропольцев. И поэтому пошла в итоге-то атака. Правда, и недолгая. Мутьев. И его накрывают. Масляный — это офсайд. Здесь будет положение вне игры. Кроме того, Масленников не попал в ворота. Вот если бы передача пошла бы на Квашнина, тогда положение вне игры бы, возможно, не было. Погожев. Высоко мяч летит. Есть скидка. Мяч убивается. Масляный головой, уже затылком туда. Погожев. Еще один заброс. Лушников мяч выбивает. Середин на борт. Мягков просто вперед. Со своей половины офсайда нет. Гуджару Хая убегает по левому флангу. Ну и просто уже держит мяч. Просто уже тянет время. Не просто к нему подойти. Вот только сейчас отбор. Еще секунд 10-15. Гуджару Хая у ставропольцев украл. Длинная подача. Мяч залетает. Штрафную. Нет, там сам Попов хватал соперника. На самом деле, руками — это известный футбольный прием. Зацепиться за соперника, схватить его, завалиться. Не сработал в этом эпизоде. Квашнин просто вперед. Все, решающее мгновение. Времени осталось буквально уже на пару атак. Все решается вот прямо сейчас. Кульминация матча. Удастся ли ставропольцам матч перевести в серию пенальти, или же Пересвет отправляется в финал кубка? Кому бросать? Никто себя не предлагает. Просто вынос. Артем Сергеев выгоняет всех защитников туда подальше. Офсайдную линию держит. Еще один вынос. Мутьев. Передача, скидка. Момент. Все мимо мяча проскочили. Добивание будет. Не будет. Не будет добивания. Ой-ой-ой, это зачем? Вот этого не нужно. Этого не нужно, друзья. Мордобой устраивать не нужно. Момент только что был невероятный у ворот Пересвета. Вновь Денис Зайка великолепно сыграл. Там еще и, возможно, положение вне игры было. Ну и всем нужно успокоиться. Отойдите, блядь! На
Снова достал Денису Зайхе, который выдающийся матч провел. Во многом именно благодаря нему, судя по всему, Пересвет уже отправляется в финал. Никак там не унимается. Кто это там не унимается? Желтая карточка Дмитрию Лушникову. У него карточек еще не было. Ну и... ну и Каблахов также карточку получает. Продолжаются здесь прения, продолжаются разговоры. Самое главное, сколько еще осталось играть? На этот вопрос может ответить только главный арбитр Юрий Карпов. Судя по всему, там уже ничего не осталось. Все. Все, нечего ждать. Пересвет отправляется в финал. Два мяча Александра Масленникова приносят викторию Пересвету. Драматичный матч. Великолепный матч. Боевой поединок. Настоящий полуфинал, в котором одна из команд оказалась более терпеливой, более удачливой. И Пересвет мы увидим в финале. Ну, а Ставрополь Агросоюз сыграет в матче за третье место. На этом будем прощаться. Далеко не уходите, в 14 часов начнется второй полуфинал. Дорожник сыграет против Пскова. Ну, а в этом матче все. Пока отдыхаем, ждем следующего полуфинала. Для вас этот матч комментировал Ашот Шкарян.